Самая большая общественная организация, которая существует в Ненецком округе, отмечает свой 30-летний юбилей со дня основания. На праздничную окружную конференцию Совета ветеранов войны и труда Ненецкого округа приехали 108 делегатов первичных организаций из различных населенных пунктов округа, а также представители власти. На конференции подвели итоги работы Совета и избрали новый руководящий состав. Окружной совет ветеранов войны и труда в Ненецком округе был создан в далеком 1987 году. Произошло это спустя год после первого учредительного съезда ветеранских организаций РСФСР, на котором были сформированы руководящие органы Всероссийской ветеранской организации. Встать во главе общественной организации предложили уважаемому в округе человеку Тихону Сидейскому. Сегодня председателем самой крупной организации в округе является Карипанов Вячеслав Кузьмич. В течение этих трех десятков лет вы действительно проводите очень большую и очень нужную работу. Вы обращаете внимание общественности на нужды, на проблемы, на судьбы наших ветеранов. Благодаря тесной совместной работе Совета ветеранов войны и труда с администрацией округа, собранием депутатов, муниципальной властью, ветераны Ненецкого округа сегодня чувствуют себя социально защищенными. Самым главным приоритетом для нас, безусловно, являются люди высокого возраста и старшее поколение. Это самый главный приоритет. И поверьте, мне сегодня стоит очень больших усилий, чтобы сохранить главное. Это заработные платы бюджетникам и, безусловно, социальные льготы. И мы сделаем все возможное, чтобы не просто сохранить то, что вы заслужили честным трудом, но и индексировать эти выплаты периодически. Позади 30 лет активной общественной работы – это и посещение ветеранов и вдов погибших участников войны на дому, патриотическое воспитание молодежи, тематические вечера, встречи и праздники, художественная самодеятельность, спортивные соревнования и походы на природу. Активной жизненной позиции, трудолюбию и неуемному оптимизму членов Совета могут позавидовать большинство подрастающего поколения. Вы сейчас являетесь также фундаментом и гарантием того, что новое подрастающее поколение, оно сохранит те же моральные, нравственные и духовные устои, которые характерны вам. То есть именно те духовные скрепы, о которых говорит президент Российской Федерации, которые необходимо создавать, эти духовные скрепы формируются и передаются последующим поколениям именно вами. Низкий поклон вам за вашу работу, низкий поклон вам за то, что вы не жалели ни своего здоровья, ни своего времени, за то, что вы верно служили своей родине, Ненецкому автономному округу, городу Ленинград. Спасибо вам большое. Сегодня в окружном совете ветеранов войны и труда состоят 42 городских первичных организаций и 26 сельских. На селе в них состоят порядка 3500 человек. Совет ветеранов войны и труда – это 68 первичных организаций, свыше 6000 человек. Это самая большая общественная организация, которая существует в Ненецком округе. Елена Семеновичева, Леонид Шишилов, телеканал «Север».